Тарази на землях, изъятых у коррупционеров, построят школу, многопрофильные молодежные центры и многоэтажные дома. Объекты планируют возвести в новом 14-м микрорайоне. Известно, что сотрудники городского отдела земельных отношений незаконно обменяли участок одного из жителей на два государственных участка для строительства площадью 3,5 гектара и стоимостью свыше 200 миллионов тенге. Данные земли не подлежали обмену. Участки изъяли и вернули в госсобственность. Наказание злоумышленникам определит суд. Закончено уголовное дело, которое расследовалось в отношении должностных лиц земельных отношений акимата города Тараз, одного бывшего начальника отдела и отдела завсектора. По факту злоупотребления служебными полномочиями стоимость этих незаконно выданных земельных участков составляет 238 миллионов тенге, которые в настоящее время по решению суда возвращены государству.